компьютер, как мне упрятать Джокера в лечебницу Арка? Путь наименьшего сопротивления. Компьютер, ты меня слышишь? Здравствуйте, мастер Брюс. Я только что заблокировал ваш доступ. Черт! Сэр, пора вам распрощаться с нездоровыми привычками. Вы не можете провести всю жизнь в одиночестве, черной одежде и без ночного сна. Спокойной ночи! Сэр, уже утро. Свет! Немного ответственности вам не повредит. Предлагаю начать с воспитания вашего сына. Простите, вот сейчас я вообще не понимаю, о чем идет речь. Вы усыновили сироту на светском рауте. Это же был сарказм! Привет, секретная камера! Это Бэт-пещера! О боже! Бэтмен! Вау! Еще как вау! Выходит, Бэтмен живет в подвале Брюса Уэйна? Нет, это Брюс Уэйн живет на чердаке Бэтмена. Ух ты! А можно я нажму? Не трогай это! Мариачи. Подойдет? Слишком по-мексикански. Ночной террор. А этот как? Бэт-гламур. А этот? Ни за что! О, а тут у нас что? Крутяк! Только вот штанишки немного жмут. Легким движением руки. Я свободен! Ой-ой-ой, ай-ай-ай, давай, Бэтмен, зажигай! Я тебе только в глаза смотреть могу. Готов ли ты следовать за Бэтменом и, возможно, получить пару жизненных уроков? Конечно, а где ремень безопасности? Урок первый. Жизнь не дает таких ремней! Альфред! Это все мои невероятные рефлексы. О, твою мышь! Прошу прощения. Как только вернемся в Бэт-пещеру, прикажу Альфреду поставить ремень. А пока, мой милый друг, я протяну руку вот так. И мы аккуратненько свалим отсюда. Прям совсем аккуратненько. Компьютер, я дома. Назовите пароль. На-на-на-на-на-на-на, Бэтмен. Спасибо. Всегда рад.